Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Я приглашаю вас на наш новый вязальный марафон, на котором мы будем вязать оригинальное детское платье, которое мы назвали «Тигра». Почему «Тигра»? Потому что в детстве мы очень любили Винни-Пуха, и у нас была игрушка, которую звали именно «Тигрой». Не «Тигром», а именно «Тигрой». И мы решили связать детское платье, которое будет иметь расцветку игровую. Для проведения этого мероприятия мы создали группу ВКонтакте, в которой размещены ссылки, в которой будут размещаться отчеты и все, что будет связано с этим марафоном. Отчеты участников будут выкладываться в альбомах. Сейчас в этих альбомах ничего нет. Те, кто уже с нами проходил марафоны, они знают, как это делают. Те, кто не знает, вы будете получать инструкции вместе с заданием. Марафон начнется 18 сентября, в понедельник, в 0 часов. Будет выслано первое задание тем, кто выполнит условия участия. Условия участия очень просто. Сделать репост рекламной записи, то есть поделиться с друзьями, подписчиками марафона. Чтобы закрепить эту запись, я нажимаю на цветочки, нажимаю «Закрепить». И теперь, что бы я ни написала на своей странице, эта запись у меня будет сохраняться наверху. Эту запись не надо удалять до окончания марафона. В противном случае участник дисквалифицируется. Акция проводится именно для того, чтобы они как можно больше узнали. Поэтому нам важно, чтобы эта запись была на вашей странице закреплена. Здесь справа размещены ссылочки, которые вас отведут на форму оплаты марафона. И вы можете принять участие в одном из трех вариантов. Первый вариант – это абсолютно платный, когда вы сдаете отчеты вовремя на, как любой марафон, получаете, сдаете предыдущее задание, получаете следующее задание. Второй вариант – это без отчетов, но и без записи. Стоимость участия 300 рублей. Для участия в этом формате выбираете, из какого кошелька вы будете оплачивать, нажимаете «Переводить». Форма попросит у вас ввести ваш e-mail и электронную почту. И третий вариант – без отчетов и запись по окончании марафона. Точно так же. После окончания марафона запись будет продаваться значительно дороже, чем во время марафона. В мастер-классе мы будем использовать пряжу, которую нам предоставил наш спонсор предыдущего марафона, интернет-магазин пряжи Бобинки.ру. И так как у нас остались достаточно большие запасы этой пряжи, то мы ее используем в этом марафоне, потому что пряжа нам очень хорошая, очень понравилась. И отзывы об этой пряже и то, как мы ее тестировали, вы можете узнать на нашем сайте, на странице марафона. Для того, чтобы принять участие в марафоне, делайте репост рекламной записи и присылайте нам на почту post@sobakaizbavizhalnyaru ссылочку на свою страницу ВКонтакте. Как присылать отчеты, как подписывать фотографии, что нужно делать, это уже не так сложно, и вы все это получите при подписке в рассылку. Ждем вас на нашем вязальном марафоне, потому что все изделия, которые мы вяжем на марафонах, это наши дизайнерские разработки, аналогов, которым вы вряд ли найдете. С вами была Светлана Амельян, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаемся стремительному освоению вязальной машины с нуля.